Самое первое, то, что мы сделать должны, это немедленно провести переговоры со своими соседями. Восстановить хотя бы отношения. Второе. Я не буду на сегодняшний день насильно заставлять Крым и Донбасс входить. Это неправильно. А буду пытаться найти сосуществование хотя бы в формате и думать о том, как сегодня вместе вернуть то, что было порушено. Памятники, историю. Третий момент. Это необходимо успокоить народ с трудностями, с проблемами, с бедами. Четвертый момент. В связи с тем, что это уже будет наша беда и трагедия, которая произошла там, просить помощи. Потому что без помощи соседей, ни Америки, ни Европы, восстановить многие факторы, хозяйственные, экономические, энергетические, и многие комплекс проблем одному не решить. Потому что потеря, ущерб был нанесен колоссальный. А самое главное, что психологическое состояние не только страны, но и каждого человека, оно очень тяжело ударило. Поэтому попытаться восстановить узы семейные. Переформатизация полностью средств массовой информации на успокоение. Это так в общем. Пятое. Это самое основное. Те, кто развязал войну, они должны ответить. Те, кто предал народ свой, они тоже должны ответить. Потому что произошел государственный переворот. Должна быть оценка. Без оценки ни один, ни второй народ не успокоит. И это факт. Должна быть фундаментная оценка и пересмысление действий того исторического момента, который произошел. А как мы знаем, пролилась кровь. Пролилась кровь нашего народа. Как украинского народа, так и российского народа. Как украинскоговорящего, так и русскоговорящего. И заняться воцарением мира. Шестое. Это основное то, что жиздится народ. Это наша вера. Христианская вера. Основополагающая. Убрать все возможности влияния на церковь. Есть ряд моментов, как я их называю, седьмое, это закоперщики. Вот те закоперщики, которые сегодня продали эту страну. Те люди, которые за бабло уничтожили суверенитет. А суверенитет – это душа каждого человека в государственном смысле. Они должны тоже понести ответственность. Восьмое. Это самое тяжелое. Как мы должны поступить с теми людьми, которые отдали свою жизнь? Есть просто ВСУшники, которых их обманули. И они пошли. От головы, не от головы. Но они пошли под приказом. Вот задумайтесь, как этот крест должен стоять. А есть нацисты. Вот Зеленский всем рассказывает, нужно как-то это все объединить. Да не объединишь ты. Убийца он в Африке убийца. Вот каждому должен дать смысловой правильный ответ. Вот это преступник, вот это обманутый. А вот это ополченец, который отдал за свою землю жизнь, уберегая своих детей, которые были в подвале.
Вот каждому должно быть поставлено четкое его историческая позиция в смерти. Вот за каждую смерть должен ответить тот, кто позволил эти три момента сделать. Вот здесь надо воссоединить справедливость. Потому что ведь души летают все равно. А если души летают, значит, мама, бабушка живая, сын живой, но без отца. И этим людям все равно надо ответ дать, чтобы найти примирительную точку. Потом разобраться в основе своих с законодательным полем. С теми преступниками, депутатами, которые нажимали кнопку на войну. Они есть соучастники войны. Это очень кропотливая работа, очень такая необходимая, ну, для того, чтобы зарыть топор войны. Войну-то легче всего начать, а закончить ее гораздо труднее. И, как правило, самое страшное, самые длинные войны – это гражданские войны. А гражданские войны, они не заканчиваются так. Потому что это брат брата убивает. В гражданской войне я не понимаю, как присутствует тот герой, я не понимаю этого. Брат брата убивает. Оценка дается той территории, которая защищает. Там еще оправдание есть. А наступающим, который отбирает жизнь, не ты... Как говорится, дал эту жизнь, и тебе ее отбирать. И это факт. И это тоже должна присутствовать оценка. Вот я вот так вкратце обрисовал. Только так можно как-то выйти из ситуации. Но повторюсь, сегодня в Донецкой ситуации и в Луганской ситуации. Немножко другая ситуация. Поэтому на мир надеяться нельзя, но можно... Сегодня сделать там тот мир. И это надо немедленно делать. Вводить миротворцев, это мое личное мнение. Силой отодвигать границу, чтобы не смогли стрелять. И все. И закончить. А в России это есть возможность. Но нельзя, чтобы входили натовские. Почему? Здесь наведем... А там война. И кому обратно придется наводить порядок? Там уже террористы. Поэтому как бы вот мое вот такое видение, как бы я поступил. Мы не должны быть врагами друг другу. Мы не должны цапаться, как кот с собакой. Да и кота собаку рано или поздно можно приучить, они рядом друг друга лащатся и любят друг друга. А человек что? Хуже животного. Вот мы не должны. Мы должны чем быстрее, тем лучше помириться. Мы должны воссоединить свои узы. Вот к чему я стремлюсь.